Освобождать проезжие части дорог от снежных заносов – обязанность автодор-сервиса. С этой задачей предприятие справляется успешно. Улицы чистые, по тротуарам движение пешеходов не затруднено. Работой дорожников руководит мастер Рашид Абакаров. В данный момент у нас идет очистка проспекта Губкина. Снимается осевой накат, боковой накат. Это все мы делаем кучей, и это все потом будет увозиться. Ежедневно тяжелая спецтехника курсирует по улицам, и не только в центре, но и на окраине, расчищая их от снега. За день удается вывести из города в среднем более 1500 кубов. Осадков много в этом году выпало, намного больше, чем в том. Раза два-три. Расширяем дороги, убираем валы. Если вы заметили, за всю зиму много мы работаем. Довольны работой губкинских дорожников и горожане. Конечно, многие автолюбители сетуют на то, что во дворах проезд затруднен, но эту проблему должны решать управляющие компании. Автодор-сервис отвечает лишь за центральные дороги. В центре хорошо убирают, как там в шестом, там в остальных микрорайонах. Вижу, да, много снега, но ездить везде можно, даже на наших приорах, не говоря уже о внедорожниках. Чтобы поддерживать порядок в городе, предприятию «Автодор-сервис» достаточно вывести на улицы около 10 единиц техники. Вот и сегодня для уборки снега было задействовано 5 самосвалов, 2 погрузчика и 2 грейдера. Дмитрий Самойленко, Александр Анфимов, новости Губкинского.